Доброе утро, страна! Страна, вся, всех с праздником! С праздником 9 мая! Ура! У нас отличная, шикарная погода. На 9 мая, кстати, редкость. У нас обычно, я помню, раньше были дожди, пасмурно, всегда тучи. А сегодня погодка просто шикардос. Как и вчера. В принципе, мы проснулись, Вова там настраивает антенну, что-то у нас плохо показывает сегодня телевизор. Ну, вчера тоже мы приехали, что-то слетели какие-то настройки. Я вся пушусь, потому что после бани еще средства свои не все привезла. Ну, вообще, я вчера мало что привезла, только взяла шампуни, бальзамы там. Гели для мытья, а вот такой для волос, не расчески, эти вот, которые горячими, я укладываю волосы, утюжки, это я ничего не взяла, поэтому буду такая пушистик, волосы пушатся очень. И солнце яркое, солнце вообще очень, даже слезы пробивает. Нужно очки надевать. Прикольно вообще. Кстати, пойдемте посмотрим, что у нас там в теплице. Как там у нас поживают перчики наши. Проверим. О, в теплице! Вы не представляете, тут такая парилка. Вообще, просто же баня. Ого! Просто баня. Все вроде стоят. Нас сегодня будут полить обязательно. Баклажанчики. Давайте, растите. Баклажанов охота, очень охота. Я люблю баклажанчики на гриле. Ох, парилка еще та. О. Может быть, надо дверьку открыть. Баба! Дверь открыть. Это очень жарко. Баба! Может, дверь надо открыть? Жарко там, прям вообще ужас. Прям парилка такая. Ставим дверь открытой. Очень жарко. Неужели скоро лето? Даже не верится. Года летят, года бегут. Еще не очень так все красиво на участке. Надо с Викторией все разбираться. Очень много работы. Впереди еще очень много работы. Виктории тут листья убирать. Вот уже листочки появляются, смородины. Ну, еще, конечно, все тут некрасиво. Кстати, одуванчиков не вижу в этом году. Интересно, или они еще не успели появиться. Как-то нету одуванчиков почему-то. Вот это сухая у нас смородина. Где моя самая любимая смородина? А вот вроде бы смородина самая моя любимая. Вот она, вроде бы хорошо. Листочки дает. Птички поют. Класс. У меня как будто лицо какое-то красное, что ли. Нет? Кажется, просто. Волосы вообще, как одуванчики. Пойдем сейчас поставим чайничек. Попьем кофеек. О, наверное, будет дальше копать землю. Грядки. Сейчас настраивать телевизор пока что. Потом, может быть, на салют поедем. Приедем, когда в город. Возьмем Катюху,
потому что Ксюшка будет с подружками, она поедет обязательно на салют. Вот, не знаю, еще точно мы не решили. Ну вот, у нас Любе приезжает. Сегодня должны выступать. Поэтому посмотрим, как пойдут дальше дела. Если сильно захочется, может, поедем в город на концерт. А так сейчас настроение очень классное. Слышу уже эти военные песни. Всегда, конечно, слезы на глазах за наших дедов, бабушек. Эх, праздником всех. 9 мая. Счастья, здоровья всем. Пожилым людям еще долго жить. Всем, всем мира, добра. Я готовлю завтрак. Мова там включил какой-то военный фильм. Патчи взяла с собой. Мне, кстати, почему-то гидрогелевые все-таки больше нравятся, чем тканевые. Ну вот для пробы купила, лимони заказала на Валборис. Но вот гидрогелевые как-то я больше люблю. Эти, я скажу, как-то они быстро высыхают. И потом мало остается жидкости. Может, такие мне попались, я не знаю. Ну вот гидрогелевые я люблю, когда в баночке, там много вот жидкости. Так, мы сейчас вот позавтракаем. Что я готовлю на завтрак? На завтрак хлебушек, яичко, корейка и сыр. Вот так вот. Не захотела я доставать терку, чтобы потом много посуды не получилось, что надо мыть много посуды. Я решила вот просто порезать такими кубиками. И все, вот сейчас это поджарится. И будем завтракать, будем пить кофе с молоком. Тут еще вот такой сыр есть кусочками. Уже резали. И, по-моему, еще корейки ему. Сказала ему, надо, отрежу корейки. А я тут еще, кстати, знаете что? Я тут достала семена уже. Будем замачивать огурцы. Мы вот такие обожаем, зятек и теща. Классные вот такие вот огурцы получаются. Ну вот Зазулю как-то пробовали. В общем, от F1 семена хорошие. Советую. Вообще классные получаются эти плоды. Точно они у вас будут. Поэтому покупайте вот F1. И потом я хочу еще редиску посадить. Кориандр, это кинза. И базилик. Вот. Сегодня небольшие еще посадки такие. Будут у нас. И в следующие выходные там уже глобальные такие морковка, свекла, лук, укроп. Будем в следующие выходные заниматься уже глобальной посадкой на грядках.
Так, мы основную часть работы выполнили. В теплицах я полилась. Посадила сегодня свеклу, посадила кинзу, посадила укроп, редиску. И сейчас у меня перекус. Хочу съесть йогурт, савушкин творожок, банан тут. И чаек попью сейчас. Сейчас попью чаек. Вова там закончил тоже с Викторией. Всю листву убрал сухую. И пока там ходит, порядок наводит. А я чаек попью. Так, у нас время сейчас 6 вечера. А, нет. 5 часов 15 минут. Все, мы все собрали. Прибрали. До следующего раза. Надеюсь, что погодка будет в следующие выходные такая же прикольная, такая же классная. Ну, 3 рабочих дня и снова будем здесь. Ну и, конечно же, лето будем тоже здесь. Все-таки любим мы свою дачу. Рады, что она у нас есть. Сегодня вот даже уезжать не хочется, но у нас сейчас отключили электричество по каким-то опять причинам. Непонятным. Ничего вроде не предвещало. Ну и нам, в принципе, уже пора. Пора домой ехать. Посмотрим, может, на салют поедем. Посмотрим, будет видно. Все, едем домой. Порядочек навели. Уже хорошо. Погода классная вообще, супер, вообще красота. Солнце светит и тепло.